Новый день, новые возможности, и всем привет, меня зовут Александр, а на ваших экранах игрушка My Time at Portia. Что ж, господа, пора время, во-первых, крафтить топор, но для этого нужно еще немножко найти себе веточек, которые здесь валяются в округе. Я просто сразу не видел, потому что пошел по дороге, а на дороге, понятное дело, веточек нет, а веточки валяются вот в таких вот кустиках, скорее всего, правильно? Ну, в принципе, это не веточки, это какие-то ягоды, да? Змеиная ягода, хорошо. О, я гусеницу нашел, а зачем она мне? Да, она мне в руке. Кошмар. Зачем ты ее держишь в руке? И что ты с ней сделаешь? Ничего, я понял. Так, ну нам нужны веточки. Вот веточки я уже нашел немножко. Есть. Просто без таких веточек мы не сможем скрафтить топор, а без топора мы не сможем добыть себе дерево. А дерево нам нужно, чтобы, я думаю, крафтить, во-первых, остальные вещи. Смотрите, я прокачался до второго уровня, прикольно. Так, хорошо, вот еще веточки. Так вот, дерево, я думаю, нам понадобится для многих крафтов. Я, опять же, сравниваю эту игру с Майнкрафтом. Я думаю, здесь будет очень много общего в таком-то плане. Ну, думаю, здесь будет и много чего своего уникального. Здесь уже много чего уникального. Во-первых, то, что все-таки здесь есть какие-то города и прочее, это выглядит очень здорово. Так, там какие-то дети бегают около моего дома. Эй, ребятки, это частная собственность. Что вообще происходит? Куда? Вот ты кто? Кто ты такой? Привет, не видела тебя здесь раньше. Ты откуда? Подарок, спарринг, уйти. Короче, пока. Иди по своим делам, деткам. Так, это что, новое письмо? От Мэри. Здравствуйте, новый мастер. Мы хотели бы напомнить, что в порте сейчас есть два места с руинами, которые ты можешь исследовать. Заброшенные руины номер один внизу от церкви света и опасные руины, разрушенные пустоши к востоку от города. Ради твоей безопасности все остальные руины пока закрыты. Благодарим за понимание, мэрия Портии. Итак, мэрия Портии говорит, чтобы мы исследовали руины, точнее намекает на это. И... звучит круто, но я пока не хочу. Не хочу подвергать свою жизнь, жизнь вот такого симпатичного волосатика какой-либо опасности. Поэтому я пока что скрафчу топор. Так, дерева у меня дофига, камня у меня немножко маловато. Поэтому давайте-ка поищем камень. Ух ты, Эмили. Я видел ее на заставке, кстати говоря. Можно с ней как-то повзаимодействовать? Женщина? Привет, привет, я Эмили, твоя соседка. Приятно видеть в новом городе новое лицо. Заходи как-нибудь ко мне на ранчо. Точнее, город новый для меня, а лица новые для нее. Давайте подарим ей, не знаю что, какашку. Гусь, давайте ей ради прикола подарим гусеницу. Надеюсь, она не разозлится. Подумай только, что за мерзость, пожалуйста, больше это не показывай, понятно? Ну слушай, ну извини, извини, я не хотел так делать. Ладно, я на самом деле... А почему подарок нельзя больше сделать? Эй, я хотел еще подарить тебе что-то. Кстати, там какая-то ачивка высветилась. Ну вот, мы с ней отношения испортили. Ну, давайте еще разок. Ну, я хочу тебе подарить что-то хорошее, что ты? Ну ладно, в следующий раз. Вот была бы она рыбаком, она бы оценила мой подарок. А вот еще веточки, камешки. Ну, в общем, я знаю, чем я себя займу в этой игре. Теперь мы сможем скрафтить топорчик. Так, давайте-ка. Простой топор. А что за бронза? А, понятно, бронзовый я еще не смогу. Давайте создадим пока простой. Все, создал. А где он? Ага, вот он у меня уже в инвентаре. Так, хорошо. Я могу рубить. Я не хочу портить местность где-то вокруг себя. Вот не знаю, чтобы вырубить такого, чтобы не особо портить местность. Хотя, я думаю, я потом здесь все, возможно, вырублю под какие-то поля. Я видел, что здесь можно делать поля, а возможно, посажу новые деревья. Топор нужен получше, серьезно? Ладно, будем тогда мелкие деревья рубить. Вот, отлично. Прикольно, дерево само собралось, это удобно. Давайте немножко порубим мелких деревьев, а потом пойдем по делам. Кусты тоже рубятся, да? А потом, короче, пойдем по делам в гильдию торговую. Прикольно. Ну, у нас есть немножко дерева. Еще немножко. И еще немножко. Блин, это так затягивает, я вам скажу.
Я так сейчас все здесь вырублю, ладно. Ладно, давайте соберем. И пойдем, в общем, куда пойдем? Пойдем сюда, вот я вижу здесь... А, здесь тоже в город вход есть. Я просто туда и ходил в город, а здесь, оказывается, вот тоже в него есть замечательный вход. Вот, смотрите, человек на лошади. Здрасте. Как дела? Ты должен быть новый мастер, о котором я слышал. Меня зовут Тревингтон, я состою в гражданском корпусе. Если у тебя будут какие-то проблемы, дай мне знать, я постараюсь их решить. Давайте сразу, знаете, заведем дружбу с таким вот важным членом общества, подарим ему резиновый фрукт. Выглядит неплохо. Я так понял, тебе не понравился мой резиновый фрукт. А у меня еще есть топор. Ну ладно, будем добрыми. Да, смотрится интересно. Такая площадь городская. Телефонная будка, реально. Я таких будок уже не помню, когда последний раз видел. У нас раньше были еще, когда не у всех были мобильные телефоны. Точнее, они только-только еще появлялись. Еще эти будки были живые. А сейчас уже их днем с огнем не найдешь. Да ты! Подожди, подожди, не вешай трубку, я один из создателей этого мира, это благодаря мне растет каждая травинка. Вам нравится проводить время в порте? Если какие-то есть вопросы, то присылайте их по адресу, такой-то адрес, мы всегда открыты для критики и похвалы, но в основном для похвалы. Я расскажу тебе одну тайну, где-то в заброшенных руинах есть секретная комната. Ну как, уже в предвкушении? Да, вообще-то. А можно еще мне тайну рассказать? Прикольно. То есть в заброшенных руинах есть секретная комната. Одну секундочку, а разве это не логично, типа, что в заброшенных руинах все комнаты секретные? Ну, в любом случае, я как-нибудь отправлюсь и найду эту секретную комнату. Вообще прикольно, что разработчики прямо вот так вот о себе заявляют. Смотрите, велосипед. Давайте уберем топор из рук, а то... Розочка! Серьезно, розочка? Ой, я нажал какую-то кнопку, я нечаянно, извините. Розочка. Как-то мне одна бабушка рассказывала про розовую кошку, что видела такую, что это не крашеная кошка, а настоящая. Возможно, эта бабушка играла в эту игру. Ну, посмотрите, какая она гордая, но в принципе, как и все кошки. Идет такая. Розочка, блин. Знаете, если бы были по-настоящему розовые кошки, то розочка это идеальное имя для такой кошки было бы. Да, эта игра мне нравится все больше и больше. Так, закрыто. Ой, фух, я уже испугался, что я сейчас упаду и что-то себе сломаю, но вроде все хорошо. Цветы, можно купить цветы. Я, кажется, понял, что я сейчас с ними сделаю. Цветочный магазин Элис. Привет, нравится что-нибудь? Я только что собрал эти цветы, они все очень свежие. О, у меня есть деньги. Или это мои деньги, надеюсь, да? Букет роз. Эти цветы нравятся всем. Ну, давайте купим букет роз. Недостаточно голда. А сколько мне тогда голда? Скажите, пожалуйста. А сколько мне денег вообще? Вот где мой поставить мой инвентарь? Инвентарь, окей, опыт. А где деньги? Деньги. У меня есть вообще деньги? Записная книжка, персонаж. А вот эти вещи я могу за что-то продать, правильно же? Ладно, я еще вернусь. Так, это вот вход в город, в который я в прошлый раз заходил. Так, ну что, давайте-ка все-таки сходим в торговую гильдию. Раз уж я обещал это сделать, то нужно это делать. Тем более, что, возможно, там нам что-то расскажут интересное. Блин, розочка, ну вообще прикольно. Кстати, взаимодействие есть? Ух ты, оно еще и разговаривает. Точнее, мурлыкает.
Ну, я не могу этой кошке не дать подарка. Только, блин, что кошке можно дать в качестве подарка? Давайте гусеницу. Надеюсь, она не обидится. Блин, боюсь ее обидеть, но давайте. Отношения минус 2. Ну и... Ты ж кошка, ну чего ты? Я думал, ты будешь ей играться, радоваться. Поговорить. Мяу. Ну ладно, извини. Надеюсь, что сброс вот этих вот подарков как бы через сутки будет. То есть я через сутки смогу еще раз дать ей подарок. И на этот раз я уже дам ей правильный подарок. Я знаю, какой подарок ей дать. Точнее, догадываюсь, это рыба будет, я думаю. Но где достать рыбу, я вот этого не знаю. Так что... Это нужно еще будет подумать. Нужно, я так понимаю, удочку скрафтить. А где мне вообще, куда мне идти? Нет, не сюда. Так, это руины. Нет, спасибо, я туда не пойду. Ну, вообще забавно, то, что город, как бы, и рядом с городом руины. Так, а вот это вот что-то похоже на Портия, Портия. Коммерциал Гуайт. А, в принципе, вот это и есть торговая гильдия, ну, судя по названию. В принципе, я вот смотрю сейчас на карту направо внизу. Там такой кружочек мигает, так что, скорее всего, мне сюда. Торговая гильдия. Nice to see you. Приятно тебя видеть. Как новоселье? Ну, все очень хорошо. Отлично. По мне, так все очень хорошо. Великолепно. Позволь мне рассказать тебе о торговой гильдии Портии. Торговая гильдия — организация, которая управляет торговлей на всей территории свободных городов. Это филиал гильдии в Портии. Весь год мы очень заняты. А теперь я расскажу вам, в чем заключается твое испытание. Оно довольно легкое. Сделай топор с киркой и принеси их мне. Тебе для них понадобятся камни и дерево. Можешь собирать их в поле и на дорогах, или же покупать в магазине. Все инструменты на центральной площади. Раздобыв материалы, используй дальше верстак, чтобы создать предметы. Я видел у тебя во дворе старый верстак твоего папы. Посмотри, можно ли его еще использовать. Класс, я его уже использовал. У меня уже есть топор. А как тебе его дать? Не забудь пройти испытание гильдии и получить лицензию. Мастер, я в тебе верю. Давайте ему подарок дадим. Топор. Как щедро. Я думаю, себе еще новый скрафчу, так что ничего страшного. Я дерева довольно много нашел, а вот камней... Ну, камней я сейчас тоже пособираю. Но здесь как-то безумно бешено идет время. Посмотрите, я только... Пришел, полюбовался буквально розовой кошкой, что-то там, а, топугалом. Так вот, полюбовался только кошкой, погулял немножко по городу, и уже ночь, а я ведь пришел сюда с утра. Ребята, здесь даже пугало милое, ну посмотрите на него. Ладно, пойдемте-ка возьмем топорчик, точнее сначала возьмем... А что это такое? А что я поношенные перчатки, круто. Так вот, мне нужно найти камни. Мне сказали, что они валяются около дороги. Ну, в принципе, я это и сам уже видел. Так что давайте-ка пока их пособираем, пока у нас еще день не закончился. Как бы камни всем нужны, камни разные важны. Сколько мне вообще камней? 9 штучек. Ой, я забыл. Ну, не просил кирку. А, да, кирку и простой топор. Вот я справа только что увидел свои задания. И, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, нужна ли музыка на фоне. Поначалу это, конечно, забавно слушать и все такое, но потом она, мне кажется, станет надоедать. Так что пишите в комментариях, я их внимательно прочту и буду внимательно на них реагировать. Единственное, что я, скорее всего, конечно же, не смогу сдержаться и не поиграть, еще записать парочку серий, потому что игра реально крутая. Так, что-то я камней не нахожу больше. Привет, Сыва. Я надеюсь, не хватит 9 камней, чтобы скрафтить себе то, что я хочу скрафтить. Я слышал только что жабу. Я слышал только что лягушку.
Не, видимо, послышалось. Нет, я реально слышу где-то здесь лягушку, но я ее не вижу. Нет, это не он квакает, это реально лягушка. Ну да ладно. Сдалась мне эта лягушка. Вот, еще три камешка у меня есть, это хорошо. Крафтить будем что-нибудь? Так, простой топор еще раз крафт. И кирка, что для кирки нужно? Камень. Да, нужен для нее камень, хорошо, еще камень один. Где же еще камень-то? А, или это не камень? Нет, это камень. Отлично, у меня два камня. Все, хорошо. Создаем. Все, у нас есть все, чтобы отдать ему. И пока еще не сильно поздно, давайте-ка, хотя уже поздно, но... Тут она, мы как раз рядом находимся с этой торговой палатой. Оказывается, она совсем рядом. Я что-то затупил и пошел туда в обход. Она вот, буквально около нашего дома. Так, торговая гильдия. Блин, я чуть-чуть опоздал, но вот всегда так бывает. Вот, приходишь буквально за 5 минут до закрытия. Пресли, ты чего не на работе? Отличное качество, превосходно сработано. Можешь оставить их себе. Я просто хотел посмотреть, что ты умеешь. А в качестве второго испытания тебе нужно сделать каменную печь. Это будет уже сложнее. Тут понадобится сборочная станция, которая тоже есть у тебя во дворе. Если меня не подводит память, твой папа делал очень подробные заметки о каждом изготовленном предмете. Возможно, ты захочешь пролистать его записную книжку. Вдруг найдешь там чертеж каменной печки. Как только у тебя будет чертеж, подойди к сборочной станции во дворе, чтобы начать работу. А, прочитал. Так вот, круто, круто то, что, несмотря на то, что гильдия закрыта, мы можем найти, как бы, его, главного, этой гильдии, и поговорить с ними, сдать ему задание даже ночью, если найдем его, конечно. Это классная вещь, потому что обычно, если закрыто, значит, все закрыто, нет никаких вариантов решения. Здесь вот можно либо прийти так, ну, там его найти, либо найти в нерабочее время где-то в городе, или, может, даже дома. Это... Интересно сделано. А теперь посмотрим, что такое сборочная станция. Сколько текста. Добро пожаловать на первую страницу моей записной книжки. Я буду записывать сюда все, что узнаю во время работы. Поскольку я наверняка единственный, кто будет читать эти строки. Привет, красавчик. Ха-ха, начнем. Урок первый, он же самый важный. Пресли только что помог мне сделать сборочную станцию. Сейчас я запишу, как правильно ей пользоваться. Поднимись на площадку сборочной станции. Открой эту записную книжку и выбери чертеж. Как только появится каркас предмета, можешь размещать разные детали. Чтобы установить деталь, нужно держать ее в руках. Подойди к каркасу, место для размещения будет подсвечено, и нажми. Процесс сборки можно прервать в любое время. Все... Левую кнопку мыши, чтобы разместить деталь. Все использованные предметы вернутся в инвентарь или будут лежать рядом на земле, если там нет места. После сборки предмет можно положить в инвентарь. Так, вот каменная печь. Поместите на панель нижнюю часть, наведите на курсор, силуэт. Я хочу сам понять, как это делается. Нужно выделить предмет на панели быстрого доступа. А какой предмет? Вот дерево. Ага, я понял. Каменный табурет, то есть камень нужен. Что, мало камня, типа, или что? Ага, то есть я могу обратно убрать, если хочу. А могу и разместить. Угу. Так, секундочку. Мне, я так понимаю, мне нужно найти больше камня. Только где мне его найти? А еще и ночь. Слушайте, ребятки, надо поспать. Я же так вообще загнусь, если не буду спать. Так что нужно поспать, восстановить себе... Силы? Давайте перед сном починим вот это вот. Починить провал 3 единицы. А, да. Вот, уже хоть немножко стало лучше. Давайте сначала поспим. А что там было, были за варианты? Холд у настройки? Нет, поспим. Все, поспим немножечко. Вот, и уже потом мы будем просыпаться. Что довольно логично, да?
Вот, хорошо. Мы выспались, у нас восстановилась энергия. И теперь мы энергично идем искать камни, которые можем найти. Вон розочка гуляет. Привет. Да, подарок можно и подарить. Только что им такого подарить ей? Я не знаю. И топор она вряд ли оценит. Помет тем более. Давайте ей подарим резиновый фрукт. Он как бы резиновый, я думаю, ей понравится. Ну ты чего? Да, не задались у нас дела с розочкой. Нужно все-таки быстро разобраться, как делать, крафтить удочку. И, кстати говоря, я совсем про это забыл. Нужно будет сейчас с этим заняться. Ну, я просто думал, что подойду к своему верстаку и посмотрю, а потом забыл про это. Вот сейчас только увидел розочку и вспомнил. Отлично, у вас третий уровень. Круто. А камней у нас всего лишь 8. Я хочу хотя бы десяток насобирать. Интересно, здесь мир большой? Но раз есть здесь самолеты, то, наверное, мир хотя бы средний, я думаю, по размерам. Просто иначе не было бы смысла делать самолеты в таком мире. Кстати, могу идти красть курей. Реально поднять? То есть я... Реально могу украсть уточек? Нет, давайте лучше положим ее на место и уйдем отсюда. Не хочу, чтобы другие подумали, что я какой-то вор. Я же честный гражданин, честный человек. Честно собирающий камни на дороге. Так, ну все, 13 камней, я думаю, достаточно для того, чтобы сделать эту печку. Так что побежали. Ну, много камней не бывает. Все, я готов делать. Нужно выделить предмет на панели быстрого доступа. Я же не понимаю, каменный табурет. Какой предмет выделить на панели? Не какашку же. Воу! Это что было только что? Так, записная книжка. Эта штука сильно накаляется, так что будьте осторожнее. Камни можно найти повсюду. Создается на верстаке. Каменный табурет. Имеется... Ага, а сколько нужно? Камень 10 штук нужно. Киркой можно раскалывать большие куски камня. Секундочку, может, не нужно сначала сделать этот каменный табурет, а уже потом сделать эту печку или как? Или каменный табурет делается вот здесь? Чайный столик, каменный столик. Каменный табурет, да, вот он где делается. Я просто думал, что можно из там, из камня сделать каменный табурет. Посмотрите, сколько здесь разных крафтов. Емкость для воды, гриль, автобус, бип-бип. Серьезно, можно сделать автобус из камней, палок и какашек? Не, я-то, конечно, не против. Давайте опять создадим. И каменный табурет на панель быстрого доступа. Я еще с кнопками не разобрался, так что буду через меню вот так вот заходить. Получились. Я сделан. Класс. Каменная печь. А куда мне теперь ее поставить? Давайте здесь пока в уголку. Угу. В общем, все. Я сделал. В общем, я молодец. А что теперь можно сделать на каменной печи? Стекло, каменный кирпич. Ух ты. Да здесь можно много чего делать, я понял. Я все понял. А знаете что, я тут вспомнил, что мне нужно починить пол. А еще, когда я сказал слово «я тут вспомнил», я вспомнил еще, что нужно кошке дать рыбки. И нужно насчет удочки разузнать. Но сначала хочу починить пол тем деревом, что у меня есть, чтобы уже было как-то уютно. Ну то посмотрите, ну что это за кошмарный пол такой. Вот, при входе починили. Провалов в полу больше нет. Наконец-то я теперь высплюсь. А серьезно, тебе провалы в полу мешали? Так, провалов в полу нету. А вообще, вот что это такое? Стены не особо уютно смотрятся вот с такими досками.
Ну, может, потом попозже поклею какие-то обои, если они здесь есть. А пока... Пока мне нужно узнать насчет удочки. Как бы вот инструменты. Удочка начинающего рыбака. Дерево, дикий кокон. Кокон. И медный слиток. Хорошо. Удары по деревьям это легко. Дерево тоже легко. А вот источник каменная печь. Одну секундочку. У нас есть каменная печь. Медный слиток. Что для этого нужно? Гладкий металл, изготовленный из медной руды. Источник каменная печь, продажа 9, медная руда 3 штуки, добыча камня, заброшенные руины. Нет, давайте добычу камня. Все, я понял, что мне нужно сделать. Только давайте-ка немножко пособираем. Тут Эмили, кстати, идет. Эмили, эй, ты куда? У тебя вроде что-то интересное есть. Фермер. Привет, соседушка, у тебя есть минутка? Надо с тобой поговорить. Да, конечно, что такое? Мне только что пришел новый ремесленный рецепт из Буревея. Это катка, в которой можно выращивать растения. Жители Буревея уже какое-то время ими пользуются. И это вроде бы неплохая штука. Можешь сделать и проверить, как в ней будут расти растения? Если все работает как надо, я тебе закажу еще. Конечно. Спасибо, вот тут описано, как сделать катку. А это семена для посадки. Если тебе нужно больше семян, можешь купить их в магазине моей бабушки. Попробуй их вырастить и показать мне урожай. Еще небольшой совет. Урожай будет больше, если добавить удобрения. Это я тебе тоже дам. Да. Надеюсь, вам понятно, что я так быстро читаю. Надеюсь, там мой голос не смазывается в кашу. При таком скоростном чтении. И у нас тут еще одно задание появилось. Я уже не знаю, что делать, и не знаю... Как же быть? Давайте сначала закончим с испытанием мастера. Вот сделать каменную печь. Я сейчас пойду расскажу товарищу, что я сделал это испытание. А уже в следующий раз мы с вами пойдем делать удочку. И все, что для этой удочки нужно. Кстати, очень хорошо, что нам в гильдии, торговой гильдии сказали, что нужно сделать каменную печь. Что мы в этом разобрались, потому что... Теперь мы сможем сделать, благодаря этой торговой печи, благодаря этой каменной печи мы сможем сделать удочку. А благодаря удочке мы сможем хорошо подружиться с кошкой. Это, по-моему, самый смысл этой игры. Отличная работа, засчитана. Вот твоя лицензия мастера, поздравляю. Теперь тебе нужно отнести эту лицензию в офис мэра и зарегистрировать мастерскую. После этого ты сможешь брать обычное поручение. Приходи ко мне поговорить, когда зарегистрируешься. Отлично, ребятки. Теперь мы сможем идти в офис мэра. А где офис мэра? По-моему, где-то рядом. Одну секундочку, это что, офис мэра? Да, там мэрия написано, там было. Здрасте. А у меня тут полено в руке. А еще мне есть какашка. Но вообще я, конечно, пришел по другому поводу. Здравствуйте, здравствуйте. Ты, наверное, Джилли? Я Гейл. Мэр этого города. Замечательно видеть, как молодые люди помогают привести наше общество к процветанию. Мне нужно зарегистрировать мастерскую. Хорошо, как ты ее назовешь? Мастерская. Как же я назову мастерскую? Блин, это сложный вопрос. Мастерская. Как мне назвать мастерскую? Мастерскую я назову в честь кошки, которую я сегодня встретил. Розочка. Розочка, вот так. Вы уверены, что хотите называть мастерскую именно так? Розочка, да, уверен. Все, мастерская Розочка, мастер Джилли. Розочка, отличное имя. Вот, регистрация завершена. Спасибо. Еще мы иногда проводим городские встречи, заглядывая в почтовый ящик. Туда будут приходить приглашения. Постарайся иногда бывать на людях. Ты ведь не хочешь, чтобы я был твоим единственным знакомым в этом городе? Ха-ха. А я буду рассказывать о событиях в порте и мире. Ну как, обычно. Ну, спасибо, я получил ачивку, я получил лицензию мастера, точнее зарегистрировал уже в свою мастерскую. И в общем, я готов мастерить что-то. Не знаю что, но я готов. Ах, еще мне нужно сдать регистрацию, показать ее Пресли. Пресли, я иду к тебе.
Угу, я вижу, он меня рад видеть. Вот и все, теперь ты владеешь мастерской. Твой папа бы гордился тобой. Позволь мне объяснить, как работает торговая гильдия. Здесь, в конторе Портии, мы каждый день размещаем поручения для мастерских на доске, которая находится вон там. Основываясь на скорости и качестве выполненной работы, мы каждую неделю обновляем ранговый табель мастерских. Он позади меня. Так, вот это мне не нравится. Я не хочу быть привязанным к каким-то заданиям. Я хочу там пойти погулять или что-то поделать, или там, не знаю, рыбы половить, например. Не хочу постоянно работать и пытаться за кем-то угнаться. Так что ты извиняй, но, скорее всего, я буду на последнем месте в этой таблице. В Порте есть и другие мастерские. Да, вместе с твоей их будет 5. Помимо рангового мастерской, также есть рейтинг, который указан в твоей лицензии. Чем выше рейтинг, тем более сложные поручения ты можешь взять. Но не волнуйся, если будешь работать так же, как и твой отец, ты очень скоро станешь номером 1. Как только закончишь, можешь взять вознаграждение у Антуана. Если поручение было от гильдии или у человека, который дал тебе поручение, мастера большую часть денег зарабатывают, выполняя поручения торговой гильдии. Но если просто создавать предметы и продавать их на рынке, это тоже приносит доход. Ну и поскольку это твое первое поручение, как раз для тебя я кое-что приберег. Смотрю, любимчик завелся. Хиггинс, ты уже одно сегодня взял. Поручений никогда не бывает много. До свидания. Вот сморчок же. Это владелец мастерской номер 1 в этом году. Блестящий предприниматель, но мне не нравится. Извини, но у нас на сегодня все. Эй, Пресли, у меня для тебя работа. Или нет? Что такое Арло? Мы хотим построить мост на Янтарный остров. Так, мэр наконец-то выделил деньги, хорошо. Здесь как раз Джили ждет задача посложнее. Да, он считает, что остров может стать привлекательным для туристов. Пещера с привидениями и все такое. Джили, посмотри, нет ли чертежа моста в записной книжке твоего папы. Я помню, он не один мост построил. И если есть, то используй чертеж на обычной на сборочной станции. Как закончишь делать отдельные части моста, тебе нужно будет отправиться на нужное место и собрать мост. Да, есть еще кое-что важное для такого большого проекта, как мост. Тебе, возможно, придется отправиться за материалами в заброшенные руины. У нас есть одни такие, и находятся они ниже храмовой башни. Так, классно, мне дали сразу задание сделать мост. И это офигенно круто. Но думаю, на сегодня хватит заниматься делами, стоит немножко отдохнуть и пока что попрощаться с вами. А в следующей серии мы займемся другими, не менее интересными делами. Так что всем большое спасибо за просмотр и всем до новых встреч. Пока!